Так, ребятусики, всем добрым утром. И сегодня я помыла голову. И я также решила подровнять себе волосы и сделать удлиненное каре, которое называется боб. То есть примерно укоротить, наверное, вот настолько. И я выучила технику, как это делать. И сейчас мы вместе с вами это сделаем. Дальше я делаю пробор, который обычно я ношу в повседневной жизни. Он у меня немного наискосок. И дальше я делаю низкий хвост. Теперь я выпускаю свои волосы из шеи. Вот так. Вот этот вот выпуск поможет нам создать неровную длину. То есть моя цель — это сделать сзади короче и спереди немного длиннее. Сделать срез под уклоном именно впереди. И последнее, что вам нужно сделать, это отрегулировать длину, насколько сильно вы хотите подрезать ваши волосы. Регулируем мы длину с помощью еще одной резинки. Я беру и завязываю ее примерно на середину хвоста. И теперь самое главное, мы берем ножницы, желательно ножницы для стрижки волос. И теперь что я делаю? Одним срезом под резинкой, под нижней, я срезаю. Вы готовы? Я нет. Поехали. Я беру машинку для стрижки волос и подравниваю свой кончик хвоста. Дальше я распускаю. И у нас получается... Та-дам! Вот такой вот срез. Сзади коротко, спереди удлиненно. Но, конечно же, надо это все подровнять. И сейчас мы с вами это будем все еще подравнивать. Я делю волосы пополам. И половину, с которой я не буду работать, завязываю в хвост. Вот так вот. Теперь мы делаем подравнивание. То есть что мы делаем? Берем плоскую расческу. Ведем. Отделяем прядку. Ведем ее расческой и сразу после расчески разводим наши два пальца как ножницы и преследуем расческу. И уже на конце по диагонали мы с вами подравниваем наши кончики. Тюрю. Теперь дальше.
Ну что? Я попробовала подровнять, попробовала ключевое слово левую часть и правую часть. Потом финальный штрих. Как сделать, чтобы волосы не висели обрубленными на концах? А очень просто. Берем ножницы, открываем их и проводим по каждой прядке. Естественно, не закрываем. Оп. Оп. Видите, как сразу концы идут закругляться? Оп. Опять что нахрен выпало? Well, yeah, I will do X. Voila. Супер. Мне вообще очень нравится. Конечно же, это я не мастер, я вообще делала на себе это впервые, и для первого раза супер. Обожаю, так давно хотела, чтобы прям волосы именно были по ключицам. Супер. Ну вот. Так что, девочки, если вы хотите себе каре, а салоны закрыты, можно это сделать дома. Опять же, я делала несимметричный скос. У меня сзади коротко, спереди немного длинно. Вот. Но если делать прямой вообще срез, прямой, то мне кажется, будет намного легче делаться, чем вот такой вот на диагональ. Но как-то так. Напоследок скажу, опять же, если вы хотите попробовать самостоятельно себе подрезать волосы дома, но боитесь, или у вас не было ни разу никогда опыта, то сначала не отрезайте много, отрезайте чуть-чуть, чтобы в случае чего вам мастер потом смог исправить. Как-то так. Так легко в голове. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь. И до следующих видео. Сегодня такое короткое, только стрижка, никакого влога. Пока!